Адвокат Николай Полозов отныне не может защищать права Эльми Умерова. Допрос адвоката как свидетеля по делу заместителя главы Меджлиса Умерова разрешен оккупационным Верховным судом полуострова. Допрос адвоката Полозова, по словам прокурора, необходим только, чтобы установить, является ли Умеров членом Меджлиса. В России Меджлис крымско-татарского народа запрещен судом с апреля прошлого года как экстремистская организация. Во-первых, у нас появилась формальная возможность обратиться в Европейский суд по правам человека. И совершенно очевидно, что нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод присутствует налицо. Во-вторых, мы будем обжаловать и в российской юрисдикции. Я думаю, что на результат по моему делу это никак не повлияет, потому что это политическое заказное дело. Это еще раз подтверждает, что в той стране, которая пришла на нашу землю, полный правовой беспредел.